23 июня в Республике Казахстан отмечают День государственного служащего. К тому же в этот день еще в 2002 году, согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН, во всех странах мира был провозглашен единый профессиональный праздник для всех госслужащих. Чиновники призваны служить народу, защищать их права и повышать правовую грамотность. Сегодня мы подробнее расскажем о работе госслужащих на примере одного из самых важных и полезных для населения ведомств – Департамента по защите прав потребителей. В 2020 году Министерством торговли и интеграции Республики Казахстан был проведен социологический опрос, в ходе которого оказалось, что порядка 20% потребителей ежегодно сталкиваются с нарушением их прав. А это ни много ни мало 2 миллиона человек. Для решения этой проблемы президент изменениями в соответствующие законодательные акты усилил роль уполномоченного органа в сфере защиты прав потребителей. По Восточно-Казахстанской области таковым является Департамент по защите прав потребителей. Сфера защиты прав потребителей в Казахстане является одной из проблемных в нашей стране. По данным Комитета по защите прав потребителей, ежегодно в государственные органы поступают более 40 тысяч жалоб от населения. Причинами являются в основном это слабое знание законодательства среди населения, а также несоблюдение его субъектами предпринимательства. В перечень задач департамента входит рассмотрение обращений потребителей, проведение консультаций, повышение правовой грамотности населения, а также осуществление контроля над субъектами предпринимательства. Также ведомство имеет право подавать иски в суд от имени потребителей, если по одному и тому же вопросу обратились более 10 человек. Так, в прошлом году специалисты департамента рассмотрели 700 обращений, а потребителям вернули около 9,5 миллиона тенге. По итогам 5 месяцев текущего года было рассмотрено порядка 350 обращений, возвращено более 12 миллионов тенге. Из них 9 миллионов тенге в сфере розничной торговли. Данная динамика показывает, что правовая грамотность населения с каждым годом повышается. То есть наши потребители уже знают, куда обращаться, знают свои права. Данная тенденция очень положительно влияет на изучение своих прав потребителей, а также соблюдение законодательства в сфере защиты прав потребителями субъектов предпринимательства. Как отмечает Канат Дженисбекула, в основном люди жалуются на приобретение некачественных или бракованных бытовых товаров, если магазины отказываются оформить возврат или обменять вещь. В таком случае в дело вступает Департамент по защите прав потребителей. Одна из тех, кто вот уже 7 лет стоит на страже законных прав восточно-казахстанцев, Алия Исинбаева. Общий стаж государственной службы 15 лет, и почти половину из них Алия Исинбаева посвятила борьбе за права людей. Потребители у нас приходят ежедневно. Количество от 10 человек, бывает больше, приходят по вопросам покупки некачественных товаров, некачественные были произведены работы, услуги какие-либо. Мы помогаем, оказываем помощь в составлении досудебной претензии. Как поясняет специалист, досудебную претензию необходимо отнести исполнителю услуги, то есть продавцу. Субъект предпринимательства должен ответить на нее в течение 10 календарных дней. Если этого не произошло, следует повторно обратиться в Департамент защиты прав потребителей, и борьба за справедливость продолжится на более высоком уровне. Анна Коцерева, Аяулым Смагулова, Евгений Щетников, Алтай Ахпарат.